153 504 рубля, размер субсидии, которую может получить человек, решивший стать самозанятым. Это прекрасный шанс для тех, кто хочет открыть свое дело, будучи безработным. Как получить эту меру поддержки, подробно рассказали сотрудники Одинцовского центра занятости населения в ходе онлайн-семинара. Кроме того, что мы обсудили, да, в принципе, что можно получить субсидию для всех, кто находится в статусе безработной, естественно, мы еще и обсудили, как это сделать. То есть о том, что можно пройти тестирование, которое выявляет, какой тип у человека, то есть предприниматель он или нет. Плюс ко всему рассмотрели, какие ошибки идут в бизнес-планах, что должно быть в бизнес-плане, то есть рассмотрели саму структуру бизнес-плана. Участие в онлайн-занятии приняли 32 человека. Общение продолжалось более 2 часов. Открывшиеся при помощи Центра занятости населения индивидуальные предприниматели поделились опытом эффективного продвижения своих услуг. Семинар провели в рамках программы цифровой занятости населения, и это уже не первая встреча в онлайн-формате. Каждый месяц конференции проходят на платформе Zoom для всех желающих. Формат стал очень популярным во время пандемии. Эмилия Рыкелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».